наверное, задаетесь вопросом, что же я сейчас делаю. Я сейчас пытаюсь приспособить свою небольшую петличку в качестве внешнего микрофона для моей камеры. Дело в том, что по прошлому видео вы прекрасно могли понять, что снимать видео со встроенными микрофонами это абсолютно никуда не годится. Любое шумовение, любое дуновение ветерка дает ужасные помехи, звук постоянно прыгает. Вы много писали об этом в комментариях, и поэтому мне ничего не остается делать, как вновь прибегнуть с помощью петлички. Билет на автобус, на трамвай, на троллейбус теперь стоит всего 55 копеек. Гидромедцентр явно вступил в сговор с хейтерами. Вчера обещал дождь с грозой, сегодня дождь с грозой. А на небе ясно и градусов 30 жары. А я как дурак сижу в Минске. Здорово. Тоже загораешь? Нет. Или купалась? Не, я не купалась. Ой. Чего? Где Ксюха? Вон в толпе. Плавает? Да. Снял майку. А, жесть, вообще насквозь. Пошли. Жарко, однако. Давай, смелей. Давай, пошел. Ну, плыви. Давай, еще чуть-чуть осталось. Еще плыви. Руку. Доплыла. Вода, кстати, вообще зачетная. Теплая. Балдежничаешь? Купалась. Ну, еще пойдешь, сейчас высохнешь. У тебя губы вон синие, как у мумии. А ты что, купаться не идешь? Потому что я вылезу, и мне будет холодно. Ты в этом году уже вообще не купалась ни разу? Нет. А в прошлом? В прошлом в аквапарке. На речке тоже нет? Нет, по-моему, нет. Ну, что в аквапарке там тепло, а здесь, блин, вылезаешь, надо в тень сразу бежать. Зачем? Посохнуть-то можно. Да, сыкотно. В Крым переедем, там накупаешься. Ну, кстати, смех смехом. Че, мы едем в Крым? У тебя когда КТ? В сентябре. Ну вот, можно в октябре как раз сезон закончится и рвануть. Для начала на полгода, а там видно будет. Посмотрим. Как думаешь? Я не хочу загадывать. Мы легкие на подъем, поэтому как будет, так. Ну раз мы все равно надо как-то вариант рассматривать, что-то там читать, изучать. Что, копать в этом направлении или нет? Ну так копай, что мне нравится. Короче, ты не против? Нет. Ну круто. Там с папой на глубину? Потом, когда, да, папа пойдет, может, как хотите. На глубину с папой. Ну, когда у тебя губы розовыми станут обратно, у тебя синие губы. Ты зубы чистишь, чучело не очень. Ты уверена? Да. Это не очень похоже. Мы Губы синие, знаете, побить, чтобы не покраснеть. Зачем ты записываешь? Вдруг я прибегу и скажу, что я не буду купаться. Ну тогда тебя тоже хейтеры сожрут, скажут, что ты не доводишь все до конца. А мне все равно. А мне тоже. Да, не довожу, да, довожу. Ну что, пойдешь? Да. Ну иди. Ты сосрал мне еще полотенце. Та самая собака до сих пор здесь бродит, выпрашивает еду. Самое смешное, что когда она к кому-то подходит, она поджимает лапу и начинает хромать. А когда просто бежит, она не хромает. Короче, реально хитрожопая собака. И переворачиваемся. Становимся вот так. Та-дам! И на второй камушек. Рыба? Вот такую картину называется «Мир чудес». И можно его пройти через него только темным, страшным лесом.
Это называется лес чудесный, я так назвала. И тот, кто проходит, он насыпляет кучу клещей всяких, и так далее, и так далее. А когда он попадает в эту страну, все клещи сразу испаряются. И все ранки, боль, и он там не падает, может летать, плавать. Точный лес чудес. Не думаю, что это лес чудес. Я думаю, что у нас, в нашем лесу лес чудес есть. Думаешь? Потому что он такой темный, страшный. Не помню, говорил или не говорил, завтра еду на колбасное производство. Пригласили меня поснимать. Про производство, покажут, как делают в Беларуси сосиски и колбасы. Завтра рано вставать, мне ни свет, ни заря, и приеду только поздно вечером. Но зато получится клевый, интересный влог.